Декоративный футбольный мяч огромных размеров, рядом спортивная площадка. Ремонт в детском центре деревни Картино сделали совсем недавно, но сегодня основные посетители здесь взрослые. Они пришли на встречу с Олегом Хромовым. Почему зимой дороги плохо чистят от снега, когда отремонтируют ливневую канализацию и выровняют асфальт на главной деревенской улице? Здесь почти у каждого свой вопрос. Договор, оплату гарантирую. Какой договор? У нас в беседах есть пакетирование. Почему нельзя этого сделать в Картино? Дороги не чистятся. Раз. Не чистят, уклоны большие. Есть 10 земельных участков. Они очень круто спускаются в этот овраг. 11 метров уклон такой. Значит, вода поднимается. Живая, хорошая вода была. Люди, вот колонка стояла. Александр Владимирович, вот 8 числа, соответственно, были поручители лаборатории. Качеством воды недовольны и в селе Беседы. Скважины, из которой пьют люди, на самом деле техническая, утверждают сельчане. В трубах вода для полива, только вот платят за нее, как за питьевую. У меня есть три проверки качества. Я в 2011, 2014 и вот 2016 году проверял. Вода вообще не соответствует питьевой. Вот. Как техническая, я буду платить не только этот самый, собираюсь и буду платить. Буду ругаться, но все равно платить буду. Но только цену хочу меньше. Еще жители Бесед хотят, чтобы грузовики перестали объезжать МКАД через их село, а бизнесмены прекратили сливать отбросы напрямую в сточные канавы. Проблемы с водой может решить новая скважина, уверены сельчане. Власти с идеей согласны, средства на бурение у района есть, утверждают они. Мы взяли для себя время для того, чтобы все эти вопросы проработать. Само бурение скважины – это не такая дорогостоящая процедура, хотя она измеряется десятками миллионов рублей, но она по силам муниципалитету. Мы постараемся включить это все в наши муниципальные программы. Установить в беседах знаки ограничения скорости – вот еще одно решение по итогам встречи. Центральную сельскую дорогу отремонтируют в сентябре. Другие предложения потребуют более долгой работы. Первые итоги можно будет подводить ближе к концу года. Алексей Пименов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».